Пять его титулы, и когда он их получил, вы будете удивлены. Чемпион Ленинграда 90-91 года, 92 года. Абсолютный чемпион Кубка городов героев города Смоленска в 90 году. Чемпион города Санкт-Петербург 2004, 5 и 6 годов. Серебряный призер Кубка Восточной Европы 2005-2006 года. Вы видите, какая долгая судьба у этого человека, наша спортивная судьба. Итак, я с удовольствием вам представляю одну из легенд российского бодибилдинга, Култыгина Александра, город Санкт-Петербург. Я надеюсь, что после этого чемпионата он все поедет на чемпионат мира и Европы.